Полгода в больнице – это очень долго. Год в больнице – это практически невыносимо. Взрослому человеку тяжело так жить. Ребенку – это просто ужасно. Неужели год ничего не делать? Конечно же, нет. Наши ребята прыгают, играют, лепят, рисуют, создают пироги из песка и листиков, обыгрывают соседей в настольные игры и творят все, что возможно, из того, что возможно вокруг нашей больницы. Им очень нужна цветная бумага, пластилин. Для игр и занятий, настольные игры, канцелярия, творческие предметы. Помогите сделать так, чтобы дети не утратили свой интерес к жизни, чтобы когда они выйдут из больницы и придут в класс к вашим детям, к вам во двор, они были бы такими же счастливыми и радостными. И в этом будет частичка вашей души.